начале избирательной кампании я поспорил с одним блогером, Юрий Дудь, о том, что если я со своей командой наберу меньше 15% голосов избирателей, то я сбрею усы. Закончилась предвыборная кампания, прошли выборы, посчитали голоса. И Центральная избирательная комиссия сказала, что у меня меньше 12%. Я в это не верю. Абсолютно убежден в том, что мы набрали гораздо больше голосов. Но никто не обещал честных выборов. То есть обещали, но не держали слово. Поэтому я, в общем, формально проиграл это пари. Поэтому, как честный человек, я должен, конечно, сбрить усы. Так. Но споры есть споры, поэтому я, несмотря на то, что больше 30 лет не брил усы, сегодня не сбрею. Эта штука вот так. Началось. Так. Следующий процесс. Я дал слово, и я его сдержал. Хотя абсолютно убежден в том, что я и моя команда получили гораздо больше 15% голосов избирателей. Но с усами или без усов мы с вами пойдем дальше. Посерьезней, ты без усов сижу, какой тут посерьезней.